грузимся здесь. С вечера поставил машину. Водителя сюда приезжают, спят утром, грузятся. В 9:20 вечером прилетел снаряд и убил. 3 человека ранили, убиты. Дома свалы, ждали загрузки, да, утром, потому что он не круглосуточный. Утром с 8 до 7 не работает. И не дождались. А погибшие откуда были? Краснодар и Ростов. 4 машины пострадало. Тип существенный. Там двигатель пробило, там еще что-то.